В Жаксынском районе есть вероятность затопления села Жанакиима, расположенного в 200 метрах от берега реки Есиль. 12 из 677 домов населенного пункта находятся в паводкоопасной зоне. 3 года назад проводились работы по укреплению водоема шириной 300 метров, высотой 2 метра. Ранее затопление жилых домов, зданий и объектов строительства по району не допускалось. Заготовлено 150 тонн инертных материалов, ГСМ, 2 тонны бензина, 6 тонн дизельного топлива. Мешкотары 1500 штук. Из населенных пунктов было вывезено 22 200 кубов снега. Для защиты населения в случае осложнения паводковой обстановки подготовлены 12 эвакуационных пунктов. На предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации из районного бюджета предусмотрено 3 миллиона тенге. По территории всего района проходит 80 километров железных дорог, более 400 километров автомобильных дорог. Железные дороги имеют 26 водопропускных труб и 9 мостов. На контроль взяты более 900 дворов. Проверена безопасность около 3000 жителей населенных пунктов. Ежедневно проводятся мониторинги состояния гидротехнических сооружений. Зринабек Калиева, Лаура Даулетбек, Алишер Шакубаев, Кукче, Ахпарат.